Всем привет! Я вас очень рада видеть. Меня зовут Лена. Добро пожаловать ко мне в гости на мой канал, который называется Зеленская Handmade. Сегодня я снимаю небольшое видео, в котором я хотела бы показать мой подарок, который мне сделал супруг. Значит, подарок был отправлен в понедельничек, а в среду он уже его забрал вообще просто невероятно быстро. А шел он из магазинчика Мира Вышивки, следовательно, из Нижнего Новгорода. Быстро пришел. Это видео я планировала бы разместить в выходные. У меня будет такое, знаете, видео... Ой, выходные покупки-подарки, где я просто покажу, что я купила. Один такой небольшой видосик. И что мне подарили. Не помню, рассказывала или нет. Была такая история, еще была летом, в конце лета. Значит, муж мелкому купил какие-то танки или танк World of Tanks, он играет, вот. Я пошутила, я такая сижу и говорю, вот, значит, Тимоша все покупает, а маме нет, купи мне набор. А в то время я, по-моему, вышивала еще Long Stitch и нашла один наборчик. Но он был такой достаточно большой, мне захотелось повышивать на тот момент. Вот, ну, мне супруг такой говорит, да, куплю. В итоге, короче, я вообще забыла об этом, вспомнила, вот только, считай, под ноябрь. Вот, в октябре, ноябре. И в этот момент, когда я вспомнила, я уже забыла о том, что мне хочется Long Stitch, и мне хочется уже другой набор. В общем, короче, мне купила, сделала такой подарок. Вы сейчас его видите. Это замечательный набор. Шуршалочка. Кстати, смотрите, как он здорово открывается. У него зип. Замок, что ли, так называется. Это новая слобода. Давайте я посмотрю. Этот набор я увидела у одной девочки. Ее отшив я увидела в Инстаграме, мне очень понравилось, я узнала, что какая вообще фирма, что мне знакома Нова Слобода. И как вы видите, это наборчик для вышивания бисера, который называется Нова Слобода. Он состоит из 4 частей. Так, 1 12 на 16, 2 12 на 22 и 9 на 17. Ну, серьезненько. Вот, очень красивый. Там Но у Слободы есть еще один набор, но, как я помню, он немножечко отличается. В общем, и стоит подороже, но я не видела отшив того набора, так что я купила этот. Значит, ткань у нас атлас, бисер славянская буса. Интересно. 15 цветов. С глинина традиции по-новому. Вот как вы думаете, я могу? Можно я... Попробую немножко пошуршать, может, заодно и посмотрю. Классно, он не закрывается на замочек, который, кстати, я, по-моему, могу открыть. Ура! Здорово, когда будешь вышивать, будешь сюда убирать. Извините, пожалуйста, я прошу прощения. Чуть-чуть пошуршу. Сразу такой, знаете, мини-видеообзорчик. Значит, титульный. Убираем титульный. Ой-ой-ой, неправильно, наверное, лежит, мне надо перевернуть. О, значит, первая магнолия, она у нас четвертая часть. Кстати, очень тверденький такой материальчик. Атлас. Первая часть, это посерьезнее, часть номер 2. А это уже часть номер 3. Ну, это совсем большая. Слушайте, очень красиво. Иголочка. Сюда. Так, ниточки, которыми вышивать. Бисер очень красивый. Обратите внимание. Кстати, когда буду вышивать, ну, нифига не знакомлю. Такие пакетики. Он так закреплен, что даже его... особо не хочется трогать. Смотрите, сколько цветов. Очень красивых по цвету. Таких достаточно пакетиков, упакованных очень толстый материал. Не буду смотреть. Вот. Ну, вот это вот у нас все в комплектации. Но, в принципе, чего-то такого прям конкретно другого я и не ожидала, потому что
Ну, а что могло быть другое? Мне кажется, ничего. Схемочки и бисерочек. Ну, как обычно, там иголочка и ниточки. Красиво, очень красиво. Вот такой вот, видите, подарочек. Конечно, интересно будет посмотреть. Надо подумать, как их вышивать. Это вот... Вот эти вот заготовочки, рисуночки на ткани. Еще раз давайте посмотрим. Как их интересно. Да. Очень интересно. Такие они по размеру. Тут, наверное, самые большие. Красиво. Разные по цветам. Тут бисер надо куда-то упаковать. А у меня, как обычно. Сами смотрите. И бисер, и фигисер. А сколько их, кстати, по цветам-то? Ну всего лишь 15 цветов. 15 цветов, они это, в принципе, не так-то и много, если подумать. Вот она моя магнолия. Вот он мой подарок долгожданный. Я влюбилась в этот набор, и мне очень захотелось. Когда начну, не знаю. Как буду вышивать, тоже не знаю. Я, как обычно, ничего не знаю, потому что... Вы предполагаете уже, наверняка, вы уже в курсе того, что у меня все с бухты-барахты. Вот он мой подарок от мужа. Это будет видео номер 2 с мини-таким видеообзорчиком. Я вам просто показала, что внутри. И еще одно видео о моих покупочках тоже будет на неделе. Вот. Выходные вот эти у нас что-то 15, 16, по-моему, 17 я планирую выложить. Всех я была очень рада видеть на канале. Я не могла не показать эту вообще красотищу. На самом деле очень красиво. Вот. Большое спасибо, что зашли ко мне в гости. Кто еще не подписался и не является моим другом, так сказать, подписанным, подписывайтесь, ставьте лайки все. Обязательно пишите комментарии. Заходите в друзья и подписывайтесь на Инстаграм. Контакты в Одноклассники. Смотрите мои сторис в Инстаграме. Там много свежего и интересного. Я всем, конечно, желаю здоровья. Не болеть, быть счастливыми, чтобы все у вас было хорошо. До встречи в других моих видео, чуть-чуть попозже у меня на канале. Всем пока-пока.